Всем привет! С вами команда BeLife. Наступили первые каникулы, а это пора отдыха. Именно поэтому мы решили собрать для вас подборку мест развлечений для увлекательного отдыха. Батутные центры считаются одним из лучших мест для активного отдыха, причем интересно это не только подросткам, но также детям и даже взрослым. В Павлодаре вы можете посетить батутные центры «Крафт» и «Джамп-арена». Квест – это смесь острых ощущений, компьютерной игры, логических загадок и реальных приключений. Пейнтбол – спорт нового поколения. Данное развлечение является идеальным для больших компаний и активного отдыха. Для любителей данного отдыха есть клубы Laser Club Extreme, Polygon и MG. Посещение клуба виртуальной реальности – отличный способ исчерпать всю скопившуюся энергию и выплеснуть эмоции после нелегкой четверти. Окунуться в мир виртуальной реальности можно по адресу Крупской, 76. Отличным вариантом для семейного отдыха являются конно-спортивные клубы. Обычно в таких местах предоставляются не только прогулки на лошадях, но также фотосессии и экскурсии. Устроить такую прогулку вы можете в конно-спортивном клубе «Фантазия». Надеемся, данное видео было интересным для вас, ведь теперь вы точно знаете, как разнообразить свое свободное время. Ставьте лайки и оставляйте комментарии со своими любимыми местами отдыха. До скорых встреч!